Всем привет! Вы на канале VSD, и в этом видео я расскажу о трех самых крутых способах заработка. Один — это баг, очень крутой баг на деньги, с помощью которого вы сможете стать миллионером буквально за пару минут. Второй — это такой способ заработка, с помощью которого вы не станете миллионером за пару минут, но тоже сможете очень хорошо и легально заработать деньги. Ну и третий — это такой способ заработка, просто обычный способ заработка, с помощью которого можно зарабатывать очень легко и быстро верты. Поэтому смотри это видео до конца без перемотки, оно получилось довольно интересным. Ну а если ты еще не играешь на Black Rush, скачивай игру по моей ссылке в описании. При регистрации на Crimson сервере Вадима Нилдыни и Громов и получай 50 тысяч вертов при достижении 5 уровня. Также вводи мой промокод #VSD и получай 15 тысяч вертов на старте. Ну а я не буду вас долго задерживать, переходим к видео. Ну и начну я, как всегда, с самого крутого, прибыльного и нелегального способа. Это баг на деньги, который стал доступен совсем недавно, буквально с глобального обновления. А для этого вам нужно прийти в ночной клуб, который добавили как раз с новым обновлением, зайти в туалет, там стоит барыга, который торгует наркотиками, и там у него купить все количество, которое у него есть, то есть все, что у него есть, полностью купить. И может сработать такой баг, то что вы ничего не заплатите и просто получите их, а потом сможете ему же их продать и в итоге заработать все эти деньги и не потратить просто ничего. Но если этот способ уже пофиксили и он не работает, хотя совсем недавно я его проверял и он работал, то можете немного подождать, буквально месяц, и выйдет еще одно глобальное обновление, в котором точно добавят какие-нибудь баги, потому что Black Rush добавляет баги буквально с любым обновлением. Это она делает не специально, просто из-за того, что обновления очень крутые, все равно появляются какие-то небольшие ошибки, которые игроки замечают и очень быстро начинают использовать. Ну и давайте я приведу один из примеров, хотя их привести можно очень много. Например, очень давно на Black Rush вышло глобальное обновление, в котором добавили блэкджек, и получалось так, что один раз игрок выигрывал, другой раз проигрывал. Об этом очень быстро узнали игроки Black Rush и начали это использовать. Тогда игроки заработали очень много денег. Ну и этот способ тоже пофиксили, и некоторых из них забанили. Ну и конечно им уже не повезло, но и тут у вас тоже есть такой риск, то что вас забанят, поэтому или зарабатывайте честным способом, или рискуйте и побеждайте. Ну, если вы сами смогли найти какой-нибудь крутой баг, то не рассказывайте ни в коем случае об этом разработчикам, игрокам, подписчикам, если вы снимаете на YouTube или друзьям. В первую очередь сами заработайте очень много денег, переведите их на банковские счета, создайте несколько аккаунтов, ну и в общем заработайте очень много денег. Ну а после этого уже начинайте кому-то об этом рассказывать, потому что чем больше людей об этом начинают узнавать, тем быстрее об этом узнают администраторы и пофиксят это. Поэтому если вы находите способ, лучше сами его поиспользуйте, а потом об этом расскажите. Потому что если вы используете его самым первым, то вас вряд ли забанят, если, конечно, вы не снимаете на YouTube, то тогда вас, скорее всего, забанят. Ну, а если вы просто расскажете друзьям, то, может быть, забанят их, но вас точно не забанят. Поэтому, рассказывая про этот способ, я в первую очередь хочу приостеречь вас от таких способов, потому что если вы о них узнаете, лучше всего их не использовать. Если, конечно, вы сами его нашли, то можно поиспользовать, а если кто-то вам о нем рассказывает, то лучше всего подождать, и тогда вас не забанят, а вы просто заработаете очень много денег на каком-нибудь другом способе или на способе, о котором я расскажу сейчас. Ну и данный способ работать на любом сервере, он заключается в том, что вам нужно какое-то небольшое количество денег, и это будет работать на любом сервере, как я и говорю. Как вы знаете, если игрок не оплатил дом, то он у него слетает через несколько дней, то есть на то, если он оплатил, например, дом на 3 дня, то через 3 дня он слетает, на 7 через 7, я думаю, вы поняли. И если игрок находится в бане или забыл оплатить дом, то в 12:00 он слетает. Поэтому лучше всего в это время находиться в игре или просто, ну, в какой-нибудь день зайти в игру и посмотреть. Потому что у вас есть большой шанс словить себе какой-нибудь дом. Ну, скорее всего, дом, потому что квартиры никому особо не нужны. А вот дом можно словить, а потом кому-нибудь продать уже за более большую сумму. Ну, если так каждый день заходить, то можно довольно хорошую сумму заработать, если покупать дома, например, в Горели или в Корягино, так как они стоят в Госе не особо дорого, а вот продавать другим игрокам их можно дорого, так как
их покупают дорого. То есть, если вы покупаете дом, например, за 500 тысяч, то можете продать его за 3 или за 2 миллиона. Так как дома в Блэкраше очень востребованы по сравнению с квартирами, так как квартиры практически все свободны, ну, кроме хрущевок, которые находятся в Бусаево. То есть, новые хрущевки их сразу раскупают, так как они стоят всего 150 тысяч вертов. Ну, если у вас нет особо денег, то можете купить там эту хрущевку и потом продать ее за 300 тысяч. Ну, тут вы заработаете всего 150 тысяч вертов. Поэтому лучше всего покупать дома и с них очень хорошо зарабатывать. Ну а на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и всем пока!